Ну, вы знаете, я как человек не курящий могу только приветствовать, естественно, это нововведение. Хотя, конечно, я понимаю, что если рассуждать на тему с точки зрения курящего человека, то вряд ли кого-то сподвигнет, скажем, бросить курить. И это доставляет, я понимаю, серьезный дискомфорт курящим людям, когда они сейчас вынужден, например, выходить из заведения, где-то там возле входа, курить возле входа, не знаю, в кафе. С другой стороны, как бы можно понять людей, которые не курят, которые приходят, например, в заведение с детьми. Они должны быть рады этому обстоятельству. В общем-то, я в их числе.